Ну, просто обалдеть. Чувствую себя как на необитаемом острове, выловленным, вылавливая эту бутылку шампанского. Такое вот какая-то энергетика в этой записке. И я вот чувствую, действительно, называется преемственность поколений. Да? Мы не знаем этих людей, хотя, я думаю, наверняка они еще живы. Я думаю, мы их найдем обязательно. 33 года назад была заложена эта записка. Вот, бутылку, то есть люди, которые это делали, которые устанавливали этот паровоз, ну, это делали со своей с душой, с любовью, со своей энергией. И я уверен, что будет правильно это сохранить, наверное, в музей, ну и продолжить эту традицию.